Давайте. Ручное сохранение. Надо игрушки для этих питомцев. Надо питомцев собрать. Кого-то там создавать, пересоздавать, увеличивать, усиливать. Может, мне это и не обязательно, но, кстати, дорогие подписчики, за вас. Встретитесь с Себастьяном Фелдграфом. Так, понятненько. Ясненько. Усвоили. Так, а мне еще куда? Куда можно продать-то было их? У меня были питомцы. Остались. Карта. Так, задание. Так, мне надо найти оставшийся, так, жетон факультета. Так. Ну, это там, видимо, что-то другое. Мне с животными связано. А, карта. Карта Хоксмита, это я точно знаю. Так, а вот кому продать? Поганка, по-моему, да? Так. По-моему, все-таки сюда мне надо будет завернуть. Давайте попробую продать этих существ. Надо будет посмотреть, кстати, где их продавать. Забыл взглянуть. Ну, ладно. Между заданиями вы можете определить новое снаряжение, продав лишний торговцам. Так, и повысить вместимость своего текущего снаряжения, проходя испытание Мерлина. Да. Так, а мне надо какое-то бойцовское что-то найти, чтобы применить все три растения. Hogsmeade, here I come. Ага, блин. А мне то уж показалось там. Надеюсь, хоть правильно бегу-то. Правильно, смотрите-ка, прибежал. Ну что ты? Не знаешь, где усесться. Вот перекот. Come on in. Ooh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Прорисовка, давай. Well, what say we show you some of what's available? Нет. Подожди, я что-то не понял. У меня что, очки стали более прокачаны, что ли? А, вон оно что. По характеристикам падает. Ладно, пока в маске походим. Так, если мы не здесь продаем животных, у нас, конечно, есть и в Хогвартсе, где продать животных. Но у меня есть еще кое-что для этих животных, нахрен, тогда уж. Кто там летает? Птица. Ревелио. Так. Шары мне нужны? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот сюда мы пойдем. Не могу открыть. Так, это что такое? Встретить с Себастьяном. Ты-то что такое? Ну-ка, рассказывай. Кто ты, что ты, как тебя едят? Стоишь тут до пол... Он со мной играет? Right? Сэр, у вас все хорошо? Очень мило с вашей стороны поинтересоваться. Нет, у меня все плохо.
I'm plotting a sort of revenge against my ex-бизнес-партнер, a connive fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our apologies for my business, just as we were getting started. Вместе, меня прогнал, сказал, что со мной сложно работать из-за моей вспыльчивости. Я ему покажу вспыльчивость. Это и есть вспыльчивость, кстати. Как неприятно мне с тобой общаться. Но я уверен, что это по-другому будет звучать сейчас. Yes, yes, it так was. И есть, ужасно. Я очень люблю terribly. Свою работу. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too. Ему тоже дорогие плоды. Его трудов. Я собираюсь ему об этом напомнить. Забрать его сокровища. Ядовитую тонку, которую он вырастил из семени. Она должна... Ага, понятно. Я тебе не собираюсь помогать в этом. Лоли's doing, no doubt. But no one would suspect a student. Так. How would you feel about committing some grand plant luck? От этой идеи. Может быть, когда-нибудь потом в дальнейшем оно мне и понадобится, но не сейчас. I'm not я sure this парень. Is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. О, да, не что такое так. It. Я найду другой способ. Very well. Excellent. Отлично, я буду ждать right здесь. Here. Ага, все-таки. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Хорошо. Так, а что у меня за это будет-то? Давайте-ка я взгляну, что за это мне будет. Из-за чего жопу рвем. Задание. Так. Так, внешние виды. Так, поговорить с Али Дубс. Так, мистер, очень более продвинутой форме, так, это понятно. В трех метлах поговорить, так. Ладно, сейчас поговорим в трех метлах. Это где-то здесь же. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get to the venomous tentacular. Ну ладно, давай. Давайте за рецептом. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Давай мне рецепт. Hello, Sirona. I received your. Здравствуйте, Сирона. Я получил от вас сову. Как поживаете? Приветствую. Удалось найти Лорд Гока. Мы с ним поговорили. I did thank you. We да, спасибо. Мы хорошо поговорили. Но он передает вам привет. Glad to hear it. Рада это слышать. Не стану выведывать у вас подробности разговора, а также напоминать вам об осторожности. Но надеюсь, вы будете ее соблюдать, какими бы ни были ваши дальнейшие планы. Of course. I do. Понятно. She's lovely. Ну давай, все, все, тут уже. Я постараюсь заглянуть к ней. I'll try to go and see her when I can. Когда будет время, я буду безмерно признательна, как и Дороти. Was bringing the box of... Поговорите. С одним поговорите, с другим. Ну давай. С кем на этот раз мне надо поговорить? Подожди, мне вообще надо было игрушки купить для животных. Я для себя такую цель поставил. Так и не добежал до них. Давай, опа. Да, опа.
Да, а потушеньки. Давай. Рецепт. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Так, спаш. Так. Для нарезки рецепт для коробки с игрушками для тварей. Вот. Это я покупаю магические кормушки для тварей. Nothing like finding just the right thing, is there? Место для нарезки даже не знаю. Способность наколдовывать стол для горшков с тремя маленькими горшками, с пятью маленькими горшками. Для зелья варенья. Он идеально подходит так. Ага, я не могу купить. Так. Ну давай вот это на 400-то возьму. Ладно, для животных мы взяли. Так, теперь поговорите. Хорошо поговорим. Не дай бог, вот ты мне дашь рецепт, который у меня уже есть, это будет пипец. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Да. И этому тут это пинкульт это как-то достать это. Сорняк, короче, этот. Так. Так. Поехали. Так. Есть. Так. Опа. Как я могу? Ah, up at Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Так. А я не могу, да, открыть эту штуку? О, нет, смотрите-ка. Ревелио. Ни хрена себе, столько записок. Все в одном месте, все в одном доме. А, так это понятно. Чертополох и значок записки. Ну, в одном доме, ни хрена себе. Кстати, будьте осторожны. Тихо. Давай поговорим с тобой. Прошу прощения, вы обмахайте, помогите. Помните? Давай вот так вот. Попросила навестить вас. Да хорош тебе тяпать там. Hello, Mrs. Sprottle. Oh, she thought. Она права, сочувствую ваши потери, его благодарю. Кого-то я что-то собрал. Believe it or not. Oh, thank you. Savona also meant. Indeed, he was hoping. Понятно. Короче, что-то я собрал, и неважно. Спасибо.
Thank you, Mrs. Brottle. Thank you. Спасибо, спасибо. Так. Ревелио. Так. I should investigate. Заходим за здание. Shane Bardo. Protego. Ravelio. Ну сейчас мы быстренько разблокируем его. Опа. Разблокировался. Ревелио. Господи, еще опять она. Ты что думаешь, я буду ночь переделать, чтобы специально тебя собрать, да ты ошибаешься. Так. Вот так. Ух ты, что-то я увеличил. Так, что-то увеличилось. Сюда. Ой, так много тут всяких хрени, да? Что за деревушка? Так. Ага. Ах ты, незаметно, блин, лестница состоит. Что-то хорошее. Неизвестный предмет. Найдите вход в пещеру. Да сейчас найдем вход в пещеру. Так. Давай с тобой поговорю, мало ли где-то может на ходу что-то смогу сделать, исполнить тебе. Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me. Прошу прощения. Did you say something about Bardolf? Так, может я смогу его найти? Ну, я искать сад не собираюсь. Сразу говорю. I can certainly look out for him. Буду признательна. Так, задание. В рукоятке палки вообще не интересно. Магический рецепт. Так. Найдите бабочек в западном лесу. Найдите так. Золото. Ну вот это вернитесь. Вот давай, вот. Тут надо куда-то только вернуться осталось. А, подожди. Найдите вход в пещеру, вот. И оттуда сразу потом. Опа. Ревелио. Найдите вход в пещеру. А я ее нашел.
Эй, я для них злодей, знающий секрет нищих и страстей. Так. Еще сюда. Так. Давайте глянем, что здесь за испытание. Кстати, мне все равно сюда так или иначе надо было бы идти. На. Что-то, ага. Ну-ка, тихо! Я тут не вижу, где мне что взрывать надо. Так. Это, кстати, может быть еще где-то немного запрятано быть. Так, ладно. Ага, вон оно. Прошел испытание. Ну так, еще чуть-чуть побольше вещей. На одну вещь, но побольше. Прекрасно. Испытание Мерлина. Прошли. Все, 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 мы поняли. Все, 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 мы поняли. Яйца помпелы какие-то. This must be the cavern, Mrs. Bottleman. Что меня там ожидает? Барабанная дробь. И сейчас мы узнаем. Спи, спи. Кот аж взволновался. Что за барабанная дробь? Спрашивает. Вот такая барабанная дробь, да. Ревелио. Ой, надо переименовать тут. Так, во-первых, надо. Так, остолбеней. Что у нас тут? Помимо остолбеней. Ну, можем вот так сделать. Хуже не будет. Let's have a look around, see if I can find that box of letters. Confringo! Так. That's all the whole clumps for Ну-ка, now. Тихо. Mrs. Spottle should be pleased. Охранники там. Confringo! Так, вроде собрать можно. Сейчас этим и займемся, собирательством. Так. Сюда. Ревелио. Вот так вот. Куда, куда, ну? Опа. Confringo.
Так, мне туда вниз. Нет, сначала наверх. Надо собрать. Собрать. Так. Что-то сегодня у меня оживленно здесь. С одной стороны, вроде как и радостно, да. Но с другой стороны, блин. Как и мои записи. Ага. Вон оно что, Михалыч. Ну давай. Так, ладно. Выходим. Одежда прокачивается потихонечку. Так. Кстати, зачем зелье невидимости, если я могу сам стать невидимым? Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Confringo. Так. Подожди ты. На. Confringo. Expelliarmus. На. Confringo. Охренеть. Confringo. Places. Expelliarmus. На. На. Confringo, defender. Expelliarmus, Glacius. Ох, ни хрена себе. Confringo. На. Glacius, defender. Так, куда мне вот? Можно, конечно, сюда. Confringo. Так. Revelio.
Что-то понять не могу, у меня там внизу еще вроде как. До хрена всего осталось. Тут два выхода было, можно что ли было с ним не биться. Но с другой стороны, смотрите, всяких ништяков с него понасобирал. Или тут у меня глюкнуло, и что мог куда уйти, и все. По-моему, реально глюкнуло тогда. Так, ладно. Но тем не менее, как бы то ни было. Как бы то ни было. Ревелио. This must be Sorona's box of letters. Малая коробка, малая коробка. Нет, подожди. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Верните коробку с письмами. Sorona will be glad to have this back. Все, можно вернуть. Давай вернем. Неплохо, да. С троллем-то повоевали. 38 уровень, там пипец. Тяжелый. Тяжелый был тролль, да. Надо было, кстати, на нем растение все испробовать. Ладно. Ревелио. Так. Даже не знаю, куда мне тут. Ревелио. Вроде бы и враги, но, блин, такие враги, которых... Expelliarmus. Revelio. Так. Клык паука. Давай. Лучше. Перелетаем. А, так я гору насквозь прошел, получается. Мумушкина. Так. Тише, 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 тише. А почему мы не можем? А потому мы и не можем. Сейчас мы в обход пойдем. А зачем вообще летели, я не знаю. Так. Задание. Поговорите так. Лунный хрен с ним. Тише, 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 тише. Это мне куда надо? Ну-ка, давайте по карте глянем. Карта мира. Куда мне так глянуть? Ну,
ну-ка давай-ка сюда посмотрим, здесь поди. Точно не могу сказать, но давайте попробуем сюда. Ну-ка, тише, 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 разгалделись. Так, защитите вас от входящих блокируемых атак. Ревелио. Ага. Ой-ой-ой, это все мега. Так. Что у нас? Mind now, dummy guys. У нас тут еще мешок остался, кажется. Ревелио. Четыреста. Так, подожди. Поговорить. Вот ты бабка, давай. С тобой надо было говорить. Или не с тобой? Excuse me, Mrs. Pro. Afraid not. He... Ну давай. Так. Хорошо. Ну-ка. Посмотрим теперь, куда нас отведет. Ну что, к поганкам. These rocks have seen better days. Так. Вовремя с метлы слез, а то опять бы захреначил. Сто. Ох ты. Так. Давай, 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 чуть-чуть, 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 чуть-чуть осталось. Заходим. Ну, наконец-то, все, сейчас сдадим миссию. Так, не трогай его. Так, разговариваем. Hello, Serona. I have good news. Здравствуйте, Серона. У меня хорошая новость. Oh. Было приятно помочь. I'm glad I could be of help. Рад, что смог помочь. And for... Все, так. Теперь давайте для начала телепортируемся в комнату, наберемся, чего нам там не хватает. Карта Хогвартса. Секретные комнаты. Надо ведь кормушек наколдовать им. Кормушки. Потом что там? Игровые штуки. Так что пусть занимаются. Так. Вот так. Так. Предметы, так, декоративные, так. Декоративные открытых пространств. Это что? Оранжерея из землистого бруса, скрученная статуя. Ой, нет. Это что, секция каменного пола, которая...
Покрытие для пола нет. Вот предметы для тварей. Кормушка. Что-то я не понял. Удерживайте так, удерживайте, отключить привязку так. А, внутри игрового пространства. Ладно. Так. Нет, 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 нет. Подождите, что-то я не так. Ладно. Столы. Какой-то стол я вроде брал. Так. Стол для горшков идеально подходит для выращивания растений, которые маленький горшок. С одним маленьким горшком, с одним, с одним, с одним. С тремя маленькими горшками. Ладно. Ревелио. Понятно, не взять мне тебя. Понятно. Такс. Посмотрим, что вы мне наварили. Все. Сейчас удобрим вот здесь урожай. Пойдем к животным. Так. Вы достигли максимума. Вы достигли максимума, да? Ладно. Наслаждайтесь. Так. Что мне надо? Мне надо... Так. На. Или она одна такая? Бунг. Да. Ага. Ну вот играй. Все, ладно. Для твари я тут все сделал.
Попробую сейчас, не знаю, здесь продать, у кого продать-то. Не туда, не туда нажал, блин, да что ж ты будешь делать, ладно. Посмотрим, проверим, увидим. Обращайте внимание на необнаруженные точки с летучим пламенем. Чтобы разблокировать постоянные точки быстрого перемещения, сохранять время, необходимое для открытия. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, нельзя же так. Я вообще-то не туда хотел. Я хотел во двор. Нет, не этот двор. Вот. Вот сюда. Может, здесь удастся мне зверей отдать. Ой. Да, у того, кого не глючит, там тому-то может и перемещаться не стоит. Так бегаешь, по пути задания открываешь. Не паришься. Ладно, сейчас увидим. Сейчас узнаем. Так. What are you up to? Revelio. Кто тут еще бродит? Не понял, это что там летает? Поймал. Ревелио. Нет. Рано, рано еще. Хорошо. Я знаю, конечно, где еще статуя. Одна, две есть. Испытания. И они мне что дают-то? Так, нет, задание. Так. Ага. Верните луны. 9 штук. Не очень-то они мне надо. Так, задание. Идем по основному заданию. Встретись с Себастьяном. Хорошо. С крабом встречаемся. Ой, а мне там лучше телепортироваться, мне же далеко там. Далеко-далеко надо ехать. Давай, где ты? Карта мира. Все, сейчас на метле долетим. Блин, так-то игра долгая. Если вы хотите все собирать, это пипец, это реально будет долго и муторно для вас. Она уже-то так начинает немножко подкаливать. Это вот хорошо, когда ты не работаешь, не учишься, у тебя выходные, и ты можешь потратить 4-5 дней для прохождения этой игры только, естественно, по сюжетной линии, то да. Она еще может как-то захватить. Но если ты решил все собрать, это же геморрой полный. I'm most pleased to be included. Давай, куда ты? Протега!
Так. Вот так. Нифига себе. Целую тысячу тащиться еще. Wonder if I'm safe to explore in there. На что вы рассчитывали? Так, здесь есть где-то телепортация. Давайте. Огонек. Огонь. Вот сюда мне. Вот так. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Еще, еще, еще. Вот так. Давай-ка посмотрим, что здесь. Could it be a Merlin trial? Revelio. А это нам же помо. Revelio. Confringo. Блин, хотел как Бэтмен, хренак. Подего, Confringo. Confringo. Да. Еще что-то подобрать успел. Revelio. Так. Вот он. Confringo. I won't rest. Confringo. Revelio. Your blood's on Ranrock's hands. Defender. Expelliarmus. No. Confringo. Revelio. Охраняли вы тут, что ли, его? Где-то еще должно быть. Давай. Так. На. Revelio. А, так надо было еще и шары лопнуть. Помимо этих, надо было шары лопнуть. Вот тебе дополнение. Одно к другому нахрен. Вот тебе раз и два. Ладно. Пещера, ладно, не будем захалядывать туда. Молодости нашей нет конца.
есть у нас здесь рядышком где-нибудь летучее пламя? Летучее пламя мне надо. Так, давайте сначала до летучего пламени доберусь. Я так понимаю, оно не очень-то и далеко, особенно если на метле летаешь. Так. Ревелио. И еще где-то здесь у нас было с вами. Я помню, помню, по карте было. Так. Понятненько. Стоп. Задание выполнил. Это так бы долго ходил бы. Ага. Вот сюда. Платформа приземлений. Не знаю, такое еще не попадалось. Конфринго. Так, 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 так. Ничего страшного. Вообще не то. Господи, пальцы по клавишам бегают не так. Давай на приземление. Открываем. Ревелио. Так, идем у нас. Конфринго. И еще не все. Ревелио. Конфринго. Экспеллиомус. Ревелио. Так. Так.
Revelio. Так, еще одна площадка для просмотров. У меня телескопа нет. Ревелио. Что-то я не понял. Прошел. Not so tricky after all, Merlin. Давай. Борода Мерлина, восстань! Ревелио. Давай, рассказывай мне. Ревелио. Как космические корабли бороздят просторы большого тебя. О, подожди. Летает летучий огонь или кто он там? Прогружайся. Вот так. Вот теперь можем с тобой поговорить. Так. Enjoying the view. Наслаждаешься видом. Стараюсь ничего не упустить. No one has felt safe. Здесь стало опасно с тех пор, как сторонники начали проявлять особый интерес вон к тому замку. Мой дядя Соломон, бывший мракоборец, он же не хочет в это вмешиваться, даже после того, как мы... Даже после того, что мы ему что-то сказали. Может быть, для этого нам самим надо? Не довелось слышать, чтобы гоблин называют волшебников носителями палочек. Даже среди нас троих Анна всегда отличалась особой бесшабашностью. Надеюсь, она обрадуется мне и новому другу. Пойдем, я отведу тебя к дяде. Пошли. Ревелио. Даже у колодца, блин, есть какая-то история. Владелец, так. Ну, я даже не хочу про колодца про это читать. Это совсем охренели уже. Каждой маленькой детали уделяют историческую память. Может, оно так и есть. Но мне это как поможет этот колодец. Ревелио. Подожди. Here we are. My sister should be just inside. Папа. Ревелио. Соберу, мало ли. Может, мне это поможет где-нибудь как-нибудь. Ага, 7 из 8. Ходим. Ходим в этот дом. Давай. С дядькой знакомимся, хотя это тетка вообще-то. Ага, ага, Себастьян, откуда ты? Это то, о чем я думаю. Смоква не может
снять проклятие. Ничто не может. Чем скорее ты поймешь это, тем лучше. Но мы еще не все испробовали. Исцелить ее нельзя, когда ты с этим уже смиришься. Никогда. Я никогда не смирюсь. Ага. Смотри, что ты с ней сделал. Анна, прости. Уходи. Блин. Надо вылечить ее по ходу дела. Ну, что скажешь-то? I'm sorry you had to see that. Expelliarmus, if you don't mind, I just need places. Poor Sebastian. Так, поговорить с Анной и Соломоном. Давай. That boy will fray my last nerve. Сначала с тобой. Только твою реплику слушать не хочу, я понял, что ты против всего. Excuse me. Прошу прощения, не надо извиняться. Ты не веришь в исцеление, это я и так уже понял. Себастьян изо всех сил стремится помочь сестре, если средства существуют, и он найти, он его найдет. Ваша вера в идею Себастьяна – чистое безрассудство. Надежда может и помочь. Это уже, кстати, утверждение. With all due respect, you may mean well. Так. If you... He's no... Ладно, теперь к ней. Подожди. Это я не понял. I hope you remember what I've said. Good day. Прощай. Падла. Ревелио. Я сейчас вот с ней поговорю. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Не трогай мой набор зелья отвара. Без тебя Хогвартс совсем не тот. Давай, говорим, как ты так, надеюсь, не помешал? Так, ты больная девочка, понятно. Эти гоблины возле замка и дядя всегда бронятся Себастьяном, когда он дома. Себастьян упомянул, что ваш дядя был мракоборцем, но оказался собираться... Прошу содействовать. Надо сказать, это было неожиданно. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной. У них добрые намерения, я знаю, но дядя прав. Проклятие нельзя снять, Себастьян не в силах меня излечить. Давай, я попробую. Почему вы решили, что нельзя излечить? Мне кажется, излечить можно всего, что угодно. У каждого просто должно быть свое лекарство. Так. I'm getting tired. Стоит отдохнуть. Поговорить с Анной Соломоном, так это сделано. Так, вы под каким-то, вы под какой-то апатией все находитесь. Замок. Замок. I ought to see how Sebastian's faring. Открыл. Зашел. Взял. Ревелио. Ой. Так, теперь с кем поговорить мне надо? Glacius. Why? Confringo. Listen. She's my sister. Confringo. Expelliarmus. Да. You got a first-hand glimpse. Ну вот теперь и ты получил представление о том, что творится. Он вел себя неподобающе. I'll admit, I wasn't expecting. He's always он всегда злится с тех пор, как умерли мои родители. After Anne was hurt, после того, как Анна
пострадал, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся. Ни хрена себе. Я один пытался ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что больше ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Я так скучаю по сестре, собираюсь вернуть прежнюю жизнь. Пойдем со мной, я покажу тебе, где это произошло. Пойдем. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. Давай, двигай. They should not be underestimated. Levioso. Летай. All the debris you'll see is from whatever's going on at the abandoned estate. They've been digging for something. Ой-ой-ой-ой. Аж спать хочется. Revelio. Это как фильм про Гарри Поттера. Нудный, скучный, долгий. Я возненавидел Гарри Поттера после того, как мне дали первый, еще самый первый диск посмотреть, когда он что только вышел. И он был, сколько там, 3-4 часа ушел. Я все ждал, когда он закончится, именно из этого я его возненавидел. Единственное, что мне от Гарри Поттера нравится, это сказка. А прутики там, что там, а мантии и орешки каком-то. Confringo! Confringo! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Missed me. You've made your last mistake. Блин. Гребаный гоблин. I won't rest. The window. Давай. Вот так вот, ёж твою мать-то.
Нет, я так подумал, ребят, надо новое железо собирать. Ибо этот ролик, как вы видите, я записываю 2 дня. Видите, я в одежду поменял. Реально, потому что мое железо где-то не проходит категорию. Чтоб такие уж. Давай, что у тебя здесь? Да. Железо надо все менять. Я думал, только видяху надо поменять. Оказывается, много чего. Эти сторонники Ранрока получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма и выглянув из окна, увидели, что окно чего-то там. Мы с дядей не успели ее остановить. Она выбежала наружу и помчалась в грязчую избу. Она столкнулась лицом к лицу с ордой гоблинов, лягража, пытавшись потушить огонь. И тут что-то невидимое в дыму произнесло ледяным голосом. Детей должно быть видно, но не слышно, а потом ослепительная вспышка. Понятно. У нее не было шансов убежать. Они пытались что-то спрятать, но это кот, сука. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. Я тоже все время об этом думал. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed them. Мне не дает покоя мысль. Ну это может быть единственный способ знать, что за магия причинила ей вред и понять, как ее исцелить. Возможно, сторонников Ранрока везде довольно. Принеси там, пошли сюда, пожалуйста. Но они, похоже, не нравятся так. И в замке второй. Давай осмотримся. Ну, давай осмотримся. Минутку. У меня снаряды для кота. Стоять, иди сюда. Что за тряпочка? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Все хорошо. Так, исследовать. Whose home is this? Bit abandoned long since. Incendiary. Room of what? Так. Hogwarts professor lived here once. Обыщите поместье. But that's all I ever heard. Revelio. Давай. Исследовать. Ага, не могу разбить. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. И вот здесь вот. Ага, что-то собрать, что-то исследовать. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Hmm. It's a wonder the ministry isn't doing more. Так. Да, вот то, что здесь-то я знаю, блин, я не могу только от тебя сейчас уйти, потому что от миссии нельзя далеко уходить. Сначала я исследую вот эту штуку. Это колодец. Не, смотрите-ка. This well looks for... Обыщите поместье. И у нас вот такая штука. Sebastian, Давай. Do you think that this was damaged by the fire? Как думаешь, что в каком виде из-за пожара, который был здесь? Может быть, хотя как по мне, это сделано преднамеренно. Так, у меня как где вот это, по-моему. Так. Ладно, давай поговорим. Поговорите со Себастьяном. Давай, краб. Я с тобой разговаривать буду. Себастьян. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель из Хогвартса сотни лет назад. Кому? Ты о чем? В тот день в западной секции мне попался омут памяти. В нем хранилось воспоминание об этом доме. Там была маленькая девочка, а еще было очень сухо. Хранители показали мне и другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем в Хогвартсе. Ее звали Исидора Маргнак. Она тоже была хранителем. Что за хранители? О каком омуте памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. I realize it's да, это не просто. Нет уверенности, что я все до конца понимаю. And no, not like Quidditch.
Они назвались хранителями, потому что защищают некое знание, которое как-то связано с сейфом Гринготтса. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотится Рангрок и Рукут, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготтса откуда тебе забросила через портал? И у тебя есть способность замечать следы древней магии, которую, по-твоему, пытается использовать Рангрок, а теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями. Все верно. Ах да, этот дом принадлежит преподавателям Хогвартса, который был одним из самых самих хранителей сотни лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, ты все это выдумываешь. Да, уж звучит как фантастика. Если как поразмыслить, но я хочу сказать, что у тебя и у меня есть причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что осталось с Анной, а я разузнать побольше о хранителях. Ника. Да это я знаю. Confringo. Тут что-то должно быть, да? Так. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Ой. Tells me they're after something bigger. Подожди. А почему у меня там что-то? Надо что-то поджечь, что ли? Ревелио. Инсендио. Так. Посмотрим, что здесь. Опа, зеркало. Ты не поверишь, я вижу крипту. Давай, давай, давай. А, блин, железо надо полностью собирать заново. Призываю, так, это около стака солей надо быть, твою мать. Честно говоря, так, логично, я вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя вижу. Так, думаю, это из-за моей способности видеть следы древней магии. Но ты же сказал, что толком и не понимаешь эти особенности и не можешь их использовать. Верно, я пока не знаю, как все это понимать. Но я точно знаю, что эта моя способность позволяет перемещать сквозь окна, которые я вижу. Постой-ка, значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? О, минус будет поражен. Можем, но пока лучше держать это в тайне. Даже от А минуса. Ясно, что ж, тогда давай проверим это невидимый тайник. Древний магический проход. Давай. Так. Войти. Надо войти и сохраниться, блин, потому что, вашу ж мать, реально, из-за того, что мое железо не тянет эту весомую игру, мне лучше сохраниться. Она меня, кстати, уже начинает подбешивать, потому что, как сказать, однообразием заданий и собирательством. Если бы мой компьютер позволял бы, я бы, может, и собирал бы, и проходил бы гораздо быстрее. Ну, на все это надо время, пока он спросит, пока тот ответит, нахрен все нервы к чертям летят. Вот так вот. Чу-чу! В никуда. Так что. Ну давай. В какой-то большой комнате. С чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян. Себастьян, гляди. Херак, херак, еще одна дверь такая. А, кстати, такая валялась там. В разрушенном доме. Это я точно помню. По поводу вот такой хрени. А не, нету его. Так, ладно. Why hide a triptych here? Давайте я сохранюсь. Сохранить игру. Вот так.
реально два дня записываю это видео для вас. Seems as if something's missing. Revelio. Let's have a look. Так, здесь у нас что? Ой, чувствую, мне придется здесь бегать, от кого-то прятаться, с кем-то воевать. Прям ощущение такое. Так, собрал. Что это такое похоже на чего? Вроде как на древнюю магию. Так. Он сам не видел якобы рунический символ, так и использовали хранители. Я тут подумал много лет назад, в этом доме жил один из хранителей, а потом явился Ранрок с прихвостями. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может, на нем было какое-нибудь древнее заклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь, но лично я сомневаюсь, следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно, но это не значит, что она тут не замешана, мы все еще слишком мало об этом знаем. В этом я согласен. Верно, может быть, этот Триптих поможет нам найти ответы. Тогда нам нужно разобраться, в чем дело. А я пока встречусь с Соминисоном. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Я говорю, что невозможно, у Салтаса был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Блин, вообще непонятно, билиберда. Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идеи, где мог бы он находиться? Понятия не имею, он минус только об этом узнал. Я расскажу тебе, если что-то узнаю. Я думал, мы просто навестим Анну. А вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок, но я рад, что мы с тобой... Что ты мне все рассказал. Ладно. Я с тобой свяжусь. Rebellion. Подожди. Сейчас я даже реально не знаю, куда мне деваться. Так, встретимся в развалин замка, когда стемнеет, и никому ни слова. Опять как-то второстепенная хрень. Блин, реально, вот этот гоблин-главарь, который появился, он мне не появлялся, так скажем. Виснет, падла, твою ж мать, это гребаная игрушка. Пока, как видите, моя графика отличается, да, от многих других график. Так что... Опа, опа, ну-ка подождите. Так, мне как раз сюда где-то и надо. Задание. Вернитесь к профессору, вот. Карта. Вот так. Ой, блин. И еще одно заклинание сейчас получу. Да. Вот такой вот я. Молодец. Ай-яй-яй, девчонка. А насчет вас, дорогие мои упыри? Бамбалейла. 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 Ну, блин, вот не знаю, откуда это прилипло. Ну, так, новые зелья растения для кругового меню. Инструктор можно разблокировать, купив рецепты в магазине зелья Джи Пепина. А семена в магазине. Так, семена женегринетов можно приобрести в волшебной брюкве. How nice to see you, my young friend. Вот так. Что-то на этот раз ты не там, где надо. Perhaps a hybrid. Можешь... Профессор Чиз, ваши задания готовы. Wonderful. Прекрасно, надеюсь, вы оценили, сколько пользы приносит нам растение. Well, if... Так. Все, давай мне, одаривай. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Вот так. Все. Flipendo готово. Давайте посмотрим, как оно действует. Где ты перевертыш? Flipendo. На.
Все. Так. Возьмем. А теперь давайте посмотрим по заданию. Ох, наконец-то это гребаное задание. Так, астрономия. Посетите занятия по астрономии. Ух ты, поговорите со Себастьяном. В большом зале мне нужно выяснить, в чем дело. Ну, давай. В большом зале. Это я туда телепортироваться могу. Сейчас он мне расскажет и покажет. Скажет, нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Или там что-нибудь это. Эй, вы там, наверху. Я уж не помню. Реально, да. Но мотив, да, песни такой, скажем, заразительный. Мощные контролирующие заклинания позволяют вам жонглировать. Это мы знаем. Anything to do with the Dark Art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Так, а тут я все забрал. And I'll not say a word more. Да, там все забрал. I won't give up. Давай. Я сомневаюсь, конечно, что там что-то приведет такое. О чем так говорили, он ведет себя как ребенок, судя по всему, так были тайные скрипты здесь в Хогвартсе. Так, заявляя, что в нем практиковали темные искусства. А я напомнил ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скрипте мы найдем ответы? Темные искусства опасны. Опасно связываться с темными искусствами. У людей слишком узкое представление о темной магии, и мраксы отлично в этом разбираются. Пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Омникса касается только его. Можешь мне рассказать. Ну ладно, только между нами. Омникс научился темной магии у своих родителей. Заклятие Крусио также известно как пыточное заклинание, вызволяет у жертвы невыносимую боль. Его родители и старшие братья мучили маглов для развлечения. Омнис назвал крики жертв душераздирающими. Однажды в детстве ему впервые приказали использовать заклятие, но он не смог себя заставить. В наказание кто-то из семьи наложил заклятие на него. Боль была нестерпимой, когда они снова потребовали использовать заклятие, он сдался. Он, это ужасно, бедный Омикс, у него же был совсем ребенок, ему не в чем себя винить. После этого случая разрыв между Омиксом и его семьей продолжили расти, а потом выявился я. И теперь он проводит время, если не в Хогвартсе, то все вместе с нами. Омикс доверяет мне, и все такие иногда ко мне прислушиваются. Жди от меня, Сову, новости будут очень скоро. Да без проблем. Телепортируемся. Задание. Карта. Давай. Где-то рядышком приземлимся. Ну так, так реально. Так себя чувствуешь более-менее хорошо. Я так думаю, пока немножко отдохнуть от Гарри Поттера и сыграть в одну тоже хорошую игру, которую я проходил только однажды. Ну, так скажем, она меня впечатлила. Поэтому я хочу ее пройти уже записав. Записав, это же как мое хобби уже стало, так скажем. Так. Она наверху. А игра действительно хорошая, которую я наметил. Ой, да пошел ты нахрен. Козлина. А, это выручай комната. Вон где я. Нет, извини, но ты мне пока не нужна. Давайте постепенно будем проходить задание за заданием. Без фанатизма.
Да, у меня еще, правда, одна игрушка есть, не знаю. Ну, движок должен потянуть, потому что Гарри Поттер тогда, этот гребаный Хогвартс, тяжеловат для моего железа. And your reading is так тебе dragon. Выпал дракон. Ого, наверное, that's это хороший exciting, знак. Может, это предвещает приключение? Perhaps you're due for an adventure. А я в маске такой, да? Суровый парень. Ladies, professor девушки, профессор Шах. Астрономия — это не прорицание. Вы не прочитаете тайн космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки. Увы, для мечтателей небеса так, ну, короче. Но если вы посвятите себя упорному внимательному наблюдению, возможно, на мгновение вам откроется истина. А теперь достаньте, пожалуйста, свои телескопы. Сегодняшнее занятие перейдет на смотровой площадке. Ой, кстати, так я готовлю, у меня пирог. Надо за пирогом приглядеть. Ладно. Кстати, смотровые площадки, это на небо смотреть. Я две находил, такие площадки. Я знаю, где находятся они. Не знаю, правда, три даже, да, кстати. Вот это третья. У вас по-прежнему нет своего, пора уже перестать быть новичком телескопом. С вами поделится мистер Такер. Давай. И что ты мне хочешь показать? Мои медузы, мои медузы. Зу-зу-зу-зу. Мы похожи на арбузы. За-за-за-за. Это, кстати, мультик «Большой ух». Посмотрите, прикольный мультик советский. «Большой ух». Ну, сфокусировался. Имейте в виду, вам придется наблюдать за звездами во внеурочное время, это ясно? Конечно, но, профессор, на улице очень холодно. Холод никогда не останавливал великих звездочетов. Вспомните астрономические столы, установленные ими по всему Нагорью многие веков назад. Эти астрономы наблюдали за теми же самыми звездами, что и мы сейчас. Все ясно? Урок окончен. Крисмис. Крисмис это Рождество что-то. О, привет, рад тебя снова видеть. Мы, когтеварцы, должны держаться вместе. А, привет, Амит. Приятно снова тебя видеть. Кажется, профессор Шах сказал, что у тебя нет своего телескопа. У меня есть запасной, можешь одолжить его до конца семестра. Подождите, подождите. Сейчас я приду и все мне покажешь, расскажешь. Ничего страшного. Это очень любезно с твоей стороны, Амит. А он точно тебе не нужен? Совершенно точно. Это мой старый телескоп. Я наконец-то раздобыл новый небесный созерцатель. Ты же слышал о нем, я полагаю. Ну, конечно, слышал. Что же это я? Это же лучший из всех приборов для наблюдения за звездами, хотя моя старая модель тоже вполне ничего. Стекло гоблинской огранки, первоклассные оптические чары. Жаль, даже что такой отличный инструмент пылится. Ну тогда спасибо, Амит. Мне еще нужно кое-что дочитать. Я буду на нижней площадке. Приходи потом туда и захвати телескоп. Я хочу с тобой кое о чем поговорить. Хорошо. Так. О, кстати, я туда же не замечал раньше. Так, это мне надо заморозить сначала. Вот так. Блин, а я вроде раньше не был этой штуки. Так. Давай поговорим с ней, раз уж мы начали. Профессор Шах, мне бы хотелось побольше узнать об астрономии. Так. Это второстепенное задание какое-нибудь только может быть. Поэтому оно не очень интересно. Мы идем по основному сюжету. Не она? Нет, не она. Ой... Вот он.
Давай, отличная ночь, чтобы... О, это ты! Привет еще раз! Телескоп у меня, он даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы не стал предполагать будущее с Луной, какой-нибудь трехсортный луноскоп. Правда, тут кое-что еще. Что такое? Помнишь те астрономические столы, о которых все время твердит профессор Шах? Я тоже немного прочитал о них. Судя по всему, один из них может быть прямо здесь, в Хогвартсе, и мы могли бы использовать его для поиска скрытых созвездий. Тебе нужна помощь в поисках? And you need someone. I do. Are you in? Да, ты в деле. Пойдем, пока еще видно звезды. I'll show you how to... Давай. Я тебе честно скажу. No need to convince. Что я не фанат собирательства, хотя мне пришлось пособирать, чтобы добиться этих уровней, чтобы, блин, можно было дальше продвигаться по сюжетной линии. Ух. Хвост. Пишем. Пишем. Так, значок означает, что вы не можете здесь вверху области, либо вы уже сидите верхом и не можете слезть. Ревилью иногда может помочь найти решение сложной магической головоломки. А может и не может. А может и не поможет. Блин, а сейчас еще видео конвертировать там все это. Так. Давай. Ну, пойдем. Следуйте за Амитом. Lumos. Some say the locations of the tables were a rebellion marked by centaurs for ritual stargazing. Вон. Какой-то сундук стоит. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Давай, я тебя все равно не понимаю, happy что ты по-английски here. Там базаришь. It is good to leave the classroom now and then. Опа. It's not that creepy out here at night, is Давай. It? Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Поехали, хорошо, если ты так хочешь. Так, Амит, может я кое-что спросить? Конечно. Где находится этот стол? Ну это я так знаю. Даже несколько слов. Давай. Скрытые созвездия узнаем. Ага, нахер они мне нужны. Вот честно тебе скажу. О, не прогрузилось. Твою ж мать, заговорил с ним. Амит, could I... Да, конечно. Что такая любовь к звездам? Да мне насрать на твою любовь, честно тебе скажу. Why are you so... I mean... Так... Пишем. Actually, давай. Погрузилась. Вот так. A little foreboding. Что ты там булькаешь? Amit, could I? Да мне ничего не надо. Ой, ёж твою мать! Where precisely? According? Я вообще-то на стол жал, никак не на тебя, чтобы с тобой разговаривать. Actually, that's... Accio! Revelio! Так. Что-то взял. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто не помнит, сколько. Я бы еще о ваннах не читал.
Прямо такие реликвии нахрен. Закрыли ванну под замок. Так. Вон он стол. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Look, there's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Так, я должен где-то что-то составить. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Так, масштаб. Подожди. Вы охренели, что ли? Stargazing is all about patience and precision. А, блин. Вот так. Твою ж мать, надо делать мне нехер, кроме как телескопом там крутить, вертеть. Ну, какую-то учительную магию мне готов открыть. Жду с нетерпением. Thank you, Ami. This is... That's quite... You are welcome. Пожалуйста, там стекло гоблинов, огранки и еще надпись. It's all in the throat. Давай. Да мне вот не интересно это. Что-то бредятина. Но мне интересно только одно, что я получу, если выполню эту собиралку. А я их не выполню, это факт. Так, рукоятка палочки. Найдите бабочек, что случилось? Так, ключи, это понятно. Внешние виды неинтересно. Внешние виды. Подожди, а хотя бы... Опа, мне живот надо. Встреться. Давай, встречусь. Ой. Давай вот сюда, наверное. Отсюда пойдем. Все, написала, сделала уроки. Иди делай. Карандашом делай. На тебе ручку. Не можешь найти. Вот тебе ручка. Держи. Ой, дети, да, цветы жизни, ни ручки, ни карандаша, ни бумажки, ни тетрадки, лишь бы не учиться. А если не будешь учиться, будешь бестолочью, деревяшкой, не знаю, историю. Не знать историю, химию, допустим, даже элементарную физику, какие-то простейшие элементы. Это все, это крах. Я, ну, это, на мой взгляд, это именно так оно и есть. Вот так вот. Биться не с кем.
Ничего. На. Полетели. Подожди, только мне сначала, если вдруг тут есть огонек, сначала к огоньку залететь, чтобы 10 раз не возвращаться. Так. This place has seen better days. Исследовать. Ревелио. Ага, вон оно. Первое, там второе. Так. Ревелио. Так. Ревелио. И вон оно, третье. Куда ты денешься? Тихо. Запечатал. Сам в шоке. Сундук. Еще ниже можно? Можно, оказывается. Ревелио. Так. Вот так. Так вот можно. The castle. Что-то там появился. Ревелио. Ой, ну да, карта. Мне надо к огоньку сначала слетать. I heard something. Давай к огоньку. Так. Ну и можно на кладбище, да? Нет. Это не кладбище. You there! I see you! Confringo! Incendio! No! Levioso! No! Accio! If I have so much of a scratch on me, you'll be sorry! Да хрена че! Repulso! Levioso! Так. Минутку. Так. Ой, а я всех случайно убил. Да мне кажется, я еще и не туда забрел. Это, кстати, да, больше похоже, что я не туда забрел. Собирается.
Вот здесь вот надо было, да. Rebellion. Confringer. Давай. Confringer. Так. Expelliarmus. Defender. Confringer. Так. Expelliarmus. Нормально иду. Пока эти растения хрен это соберешь, пока не перезагрузишь. These rocks have seen better days. Это специально брал. Опа. А я здесь ничего не делал. Оказывается, надо было пешком сюда идти, что ли, чтобы попасть под сюжет. Ревелион. Сохраним. Ревелион. Это что у меня там? Ага. Это мы знаем, что такое. Так. Merlin trial when I see one. Давай, рассыпай. Рассыпай тут. Ревелио. Вот он шар. Вот так. Так. Confringo. Минутку. Надо, чтобы этот шар сейчас меня не задавил. И нормально будет. Тихо! Ну, ё-моё. Так, около замка. Так. Подождите, камень-то должен скатиться. Вот и все. Ревелион. Вот и еще место себе немножко прокачали по дороге с облаками. По дороге с облаками место еще. Thank you.
Ревелио. Ревелио. Handy resource indeed, your field guide. I've most... Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Nazi, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down, for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Ravelio. Accio. Wingardium Leviosa. Ravelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Leviosa. Confringo. Defender. Ravelio. Confringo. Ravelio. Dead end. Must be another way in.
Heal. Looks as if it might raise the gate. Revelio. Depulso. Incendio. Accio. Revelio. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Halo and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! Finally. Do you know that hippogriff? Get this thing back to the roof now! Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Depulso! Revelio! Not the safest place to sneak into. Wingardium Leviosa. Depulso. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Levioso. Levioso. Incendio. Revelio. 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 Alohomora. Oh, I'm gonna enjoy this. Tiger!
here. Revelio. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. Levioso! Accio. How's the view? You're going home in a wood. Accio. Deposit. Incendio. Levioso. Defender. Confringo. Confringo. Levioso. Incendio. Revelio. Aloha Mora. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Revelio. Revelio. Wing. It's all right. There we go. Oh, there you are. Come on. Hello, Mom. Hurry. There's the Hogwarts Express! Must be returning from an unscheduled run!
I wonder if anyone can see us from the castle. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet the... I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy, sweetie. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for... My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much... I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should...